Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, главный редактор одного из крупнейших израильских русскоязычных изданий «Детали» Эмиль Шлеймович. Добрый день, Эмиль. Здравствуйте, добрый вечер, добрый день. Эмиль, вот у меня вопрос, вот какого плана. Вопли, начиная со вчерашнего вечера, о том, что злая, израильская военщина разбомбила мирный госпиталь в Газе. Однако достаточно оперативно сработала пресс-служба ЦАХАЛ, которая просто на фактах показала, что этого нет. Но что меня поразило, моментально либеральные издания, тоже BBC, там Медуза, Радио Свобода, все подхватили версию Хамас. После того, как появилось опровержение, и даже Байден, когда сегодня приехал в Израиль, он подтвердил, что да, эти данные, которые предоставил ему Нетаньяху, они совпадают с данными, которые он получил от Пентагона, что это не Израиль, кстати, и не Хамас, это разбомбил исламский джихад. Они запустили ракету. Правда, уже ни либеральные СМИ не волнуют, никто не разместил опровержение. Ладно, я не беру в расчет арабские страны, где массовые манифестации, нападения на американские посольства, на израильские посольства. Но я беру, вот, например, те же Соединенные Штаты, тот же Берлин, в смысле Германию, прошу прощения, их тоже правда не волнует. Они кроют израильскую военщину, и им на все наплевать. Что происходит? Это синхронно происходит. Это вот как ты это объяснишь? Это проплачено, это другое что-то. Нет, смотрите, во-первых, по поводу уровня вообще распространенности этой информации, это даже не просто там либеральные СМИ, пусть даже крупнейшие, но это Джастин Трудо в Канаде, это Шольц в Германии. То есть это первые лица крупных государств, которые реагируют на первейшую же информацию без того, чтобы ну, хотя бы свои же аналитические центры и свои же спецслужбы дали то или иное подтверждение. То есть это не очень низкое качество лидерства в таких случаях. Во-вторых, да, действительно, очень быстро отреагировали, очень быстро на фактах, на пальцах показали, что это не так. Но даже если нету еще вот этих подтвержденных снимков, ЦАХАЛа, я расскажу сейчас о них, предположим, ничего нет, и приходит информация, что Израиль уничтожил госпиталь, и 500 человек погибло. Даже не военный человек. Вот вы можете представить себе, какой силы должен быть удар по любому объекту, в котором гибнет сразу 500 человек. То есть вот в башнях-близнецах погибло в свое время 3000, да, если не ошибаюсь, в общей сложности людей. И для этого в огромные небоскребы врезалось два самолета. И потом еще произошло их обрушение от пожара. Вы представляете, что должны были бросить на этот госпиталь для того, чтобы в нем было 500 жертв? Ну, такого... Ну, то есть... Ну, единственное предположение, что он был забит доверху, а рядом бросили противобункерную бомбу. Да? Но, во-первых, одно из доказательств, которое применила армия обороны Израиля, она показала снимок как образец со спутниковой съемкой, как выглядит взрыв, если его нанесла израильская армия. Даже не противобункерной, а простой ракетой. Вот ударили, вот размер вспышки. То есть в данном случае ничего подобного нет, значит, это, скорее всего, что-то гораздо более самодельное или слабое, или не наше. И нету никаких подтверждений бункерной бомбе. Достаточно для этого зайти на кремлевское агентство ТАСС и посмотреть репортаж об этой же самой несчастной больнице, у которой взрывной волной высадило стекла. Ну, высадило стекла, да, конечно, там есть разрушение, там есть обрушение. Там нечто произошло, прилетело это не в саму больницу вообще, а на стоянку. Там возник пожар, может быть, там были люди. Наверное, там есть погибшие, и это плохо, но, условно говоря,
сказать, что там погибло 500 человек, хорошо, а хоть какой-то факт-чекинг существует. При этом, когда появились все эти опровержения, BBC сказала, мы не можем их принять, потому что мы не можем проверить правдивость предоставленных нам данных со стороны Израиля. То есть, а до этого, когда вы брали информацию, у вас все это было проверено, и вас ничего в этом не смутило? То есть, на самом деле, такие вещи, они, во-первых, они вещи достаточно привычные. Во-вторых, надо понимать, что мы присутствуем внутри чрезвычайно враждебной среды, если мы говорим про западное общество, и речь абсолютно не только про палестинских каких-то демонстрантах или про там, арабских студентов, которые учатся. В целом в либеральном мире и в особенности в университетах, в кампусах существует концепция, согласно которой колониализм — это плохо, а те, кто колониализму подвержен, это страдальцы и несчастные. Что, в общем-то, теоретически так и есть. Значит, Израиль интеллектуалы записывают автоматически в белых колонизаторов. Значит, есть очень хорошая сутка, что Ку Клукс Клан выступает против того, чтобы евреев считали белыми колонизаторами. Значит, и, соответственно, все, кто находится под властью колонизаторов, то есть в данном случае палестинцы, жители Газы и так далее, записывают в несчастных. Другой анализ не проводится, и поэтому любая информация, подтверждающая этот нарратив, что, например, Израиль уничтожил больницу и с людьми, которые на ее территории находились, она схватывается сразу, потому что ну, мы же не так это знали. Так вот, это просто подтверждение. Единственное, что еще теоретически можно предположить, что от попадания ракеты сработало, сдетонировало что-то, что в больнице лежало. Там про другую больницу в Газу, не про эту, не про баптистскую, точно известно про центральную больницу, что под ней целый комплекс бункеров, бомбоубежищ, в том числе легальных, которые используют для оборудования, для того, чтобы при налетах там лечить людей. Ей, разумеется, всем этим пользуются террористы Хамас, потому что они, собственно, в Газе являются властью. Может быть, здесь тоже сдетонировал какой-то боеприпас где-то, из-за чего произошли разрушения. Но, в принципе, есть еще один нюанс, последнее, чтобы я хотел на этот вопрос ответить. Понятное дело, что Израиль не бьет ни по больницам, ни по школам, в которых в этот момент есть дети. Там и не важно, есть ли под этой школой в данном случае установка для запуска ракет, это понятно. Но в данный момент в этой операции было предупреждение, что действовать будут гораздо жестче. И если какие-то люди получили предупреждение, что они находятся рядом с объектом военной логистики, террористов Хамаса, террористов исламского джихада, чего угодно, что может представлять интерес для армии обороны Израиля, то, пожалуйста, это было общее предупреждение. Потом уже шли точечные по региону. Пожалуйста, покиньте это место. Потому что мы не гарантируем того, что уничтожая здесь, мы не зацепим и вас. В некоторых случаях Хамас напрямую препятствовал уходу этих людей. В некоторых случаях не препятствовал. И поэтому в Газе на сегодняшний день но вот на вчерашний было, если не ошибаюсь, 260 тысяч человек, которые снялись со своих мест и ушли. Это не потому, что Израиль разрушил уже жилье для 260 тысяч человек. Да, такого нету при всех картинках, которые нам оттуда валят. Нету. Но это люди, которые захотели уйти от тех мест, на которых... Это все знают. Стоит пятиэтажка, в ней 10 квартир. Здесь живут обычные люди, среднестатистические семьи, 4 человека, 5 человек. Но всего одна из этих квартир используется для встреч боевиков. А в другом доме всего одна из этих квартир на другом этаже используется для того, чтобы там складировали военное какое-то оборудование. Причем не обязательно взрывчатку, это могут быть рации для какого-то своего отряда спецназа. Или там, я не знаю, запасные колеса для байков, на которых они ездят. Но это все равно военизированный склад, по нему могут нанести удар. И если это небольшая высотка, которая подвержена в обязательном порядке протоколу стук по крыше, рассылке СМС, чтобы люди успели уйти, чтобы разрушить только инфраструктуру, то да, люди могут пострадать. В каких объемах? Ну вот, в том числе об этом Байден говорил с Нетаньяху сегодня. Но не кажется ли тебе, что вот у меня опять же не укладывается в голове, по-моему, любой нормальный человек рассуждает так. Два постулата. Первое. Агрессор всегда не прав. Не колонизатор колонизируемый, а агрессор всегда не прав. И постулат второй. Агрессор отвечает за все. И с той стороны, и с этой стороны. Это что, так трудно понять? Нет, не понимаю. Это как раз именно те постулаты, которые у них есть. Ну, просто в данной ситуации агрессором считается Израиль,
потому что Израиль блокирует Газу и не дает ей свободно развиваться. Баг в этом уравнении заключается исключительно в том, то есть я не готов спорить с мыслью о том, что Газа является концлагерем, по факту, в котором заключен целый народ, как бы или часть народа. Я утверждаю только, что лагерной охраной и милицией, полицией, которая расстреливает заключенных, является Хамас. Хамас, исламский джихад и так далее. Именно эти два постулата существуют в голове большой части западной интеллектуальной элиты. Агрессор всегда не прав, и агрессор несет за всю ответственность. Поэтому, поскольку Израиль считается агрессором, Израиль всегда не прав, и Израиль несет ответственность за все, даже если больницу взорвал исламский джихад. Но минуточку, вот тут позволю себе не согласиться. Дело в том, что в Стэнфорде профессор-историк, он тоже присоединился к пропалестинским митингам, но помилуй, какой же Израиль агрессор, что там никогда не было никакого палестинского государства. Я не хочу сейчас тратить время на то, чтобы читать историческую лекцию, что был до Израиля британский мандат, до британского мандата Османская империя, до Османской империи государства мамлюков Египта, до них империя аюбидов, до них Иерусалимское королевство, да не хочу я читать сейчас эти, это никому, наверное, не интересно. Но там не было никогда палестинского государства, и, собственно говоря, арабы первые не согласились с тем, что там селятся евреи, хотя... Израиль, я просто привожу вам официальные цифры, они есть в открытых источниках. Израиль — это 20 тысяч квадратных километров, из которых порядка 3 тысяч квадратных километров было куплено частными лицами. Самый крупный покупатель — барон Ротшильд, который купил 500 квадратных километров и в завещании написал, что он это завещает еврейскому народу. Это что, историк не может понять? А какое это имеет в данном случае отношение? Вы же понимаете, Господи, что любая история под нужную аудиторию и под нужную задачу переписана. Египет отмечает День Победы над Израилем в 6-дневной войне до сих пор. Там есть города, названные датами, которые мы по ошибке считаем как бы нашей победой, но в Египте вы об этом не услышите, там на эту тему снимают фильмы, и это нормально. Россия... Посмотрите на российскую историю, которая переписывается под нужды момента. То есть нет, это разные вещи. Вы говорите о нормально вменяемом споре. Причем наверняка с той стороны у историков тоже будут какие-то свои аргументы. Это нормальный спор двух интеллектуальных людей, никто из которых не бросается на другого с ножом. Но на плёбс, который существует, его надо кормить чем-то простым. И, в общем-то, там есть аргументация. В конце концов, Иерусалим стоит частично на месте одной из арабских деревень. В конце концов, место перед стеной плача в Иерусалиме было в свое время расчищено. Действительно, есть дома в Хайфе, из которых выгнали либо откуда бежали арабские беженцы. И лагеря беженцев, которые мы видим, это, да, уже четвертое поколение, как бы они уже не должны называться беженцами, но, тем не менее, их предки, они были беженцами. Можно спорить, почему. Нарратив существует всегда. Вопрос заключается в том, каким образом этот нарратив отражен в хартиях. В первоначальной хартии Хамаса было явно записано, абсолютно черным по белому, что наша задача — освободить эту землю от евреев. Это абсолютный нацизм в чистом виде, когда берется что-то, и какая-то нация, и действие ведется против него. Не потому, что он агрессор, не потому, что он оккупант, не потому, что, а потому, что евреи. В Лондоне было нападение на еврейский ресторан 2 ночи назад. Разломали там что-то. Ну, его же разломали не потому, что он находится на палестинской земле в Лондоне. Его разломали потому, что он еврейский. Мы сталкиваемся, во-первых, с абсолютно обычным, стандартным, привычным антисемитизмом, когда еврей всегда все равно во всем виноват. А во-вторых, мы сталкиваемся с популизмом ряда политиков, которые пытаются на этом играть, причем в обе стороны. Как ультраправых политиков, которые начинают бить и вычищать, вымещаться на всех мусульманах. Мусульманский мир, на самом-то деле, он ведь не целиком поддержал арабов сейчас, Хамас сейчас. У Хамаса нет практически поддержки в очень многих странах мусульманских. И
именно поэтому они начали говорить, что против них распространяют фейки. Хотя количество фейков на английском языке, на русском языке, ну, про арабский я вообще молчу, у нас работает специальное подразделение в составе государственных служб, которое занимается сейчас прочисткой арабского контента, потому что количество подстрекательских роликов, призванных разжечь общество израильских арабов, оно чрезвычайно велико. Их зачищают, их блокируют и так далее. Но когда все это произошло, мусульманские богословы в целом ряде стран начали говорить, видя эти вот зверства, снятые на видео, они начали говорить: простите, но это не ислам. Как бы, и мы отказываемся это принимать. Да, мы враги евреев, да, мы враги еврейского государства, да, мы считаем его оккупантом и так далее. Но вот это мы воспринимать отказываемся, потому что есть определенная мораль, потому что есть Коран, потому что есть святые книги. Это часть людей. Вторая часть людей, например, это страны вроде Саудовской Аравии, которые и так находятся в военном конфликте с Ираном. Они начали уже сотрудничество тесное с Израилем. Им это не нужно. Объединенные Арабские Эмираты, которые прямо выступили против Хамаса, единственная, правда, страна в арабском мире, которая прямо указала на Хамас и сказала, что это нападение террористов. То есть Хамас не пользуется поддержкой, даже Хамас не пользуется особой поддержкой Хизбаллы. Как бы, и это может быть одной из, слава богу, причин, по которым Хизбалла не стремится пока еще открыть второй фронт на севере Израиля. В Хизбалле Хамас не любят. Но так что Хамас нет, он не выигрывает в этой войне. Но тогда естественный вопрос. Нападение на Израиль, они что, не понимали, что они нападают на государство, которое в 10 раз их сильнее, и молчать не будет? Они что, бессмертные или что? Они первый раз разве нападали? Ну, как бы всегда есть какой-то уровень эскалации, в результате которого какое-то количество гибнет, какое-то количество закаляется. Потом начинают снова течь деньги на восстановление. С этих денег можно немножко хорошо пожить. Как бы, и это продолжается заново. Некоторые такого рода войны возникают же элементарно из-за недооценки ситуации. Когда, например, в 2006 году насрало боевики Хизбаллы в ходе рейдов, убили и украли наших солдат, это привело ко второй Ливанской войне. И Насралла сам потом сказал, что он не ожидал подобной реакции, как бы, из-за которой половина Ливана разрушена была, из-за которой очень многие ливанские фракции окрысились на Хизбаллу. И сейчас, кстати, в Ливане есть фракции христиан, фракции друзов, очень крупные партии. Партии, к тому же, как все в Ливане, имеющие собственные вооруженные силы, которые убеждают Хизбаллу не ввязываться в эту войну. То есть Хамас, нападая, он, скорее всего, не рассчитывал на столь большой успех. Хотя операция, надо признать, была спланирована с точки зрения военной науки и осуществлена очень хорошо. Он не рассчитывал на столь долгое отсутствие должного ответа, должной препоны. Я абсолютно, в принципе, уверен, что главной целью был захват заложников. Как можно больше и так далее. Но как бы они могли не ожидать такой реакции, потому что изначально могли не ожидать, что им удастся похитить 200 человек и убить еще 1300. Поэтому, да, они сейчас живут в этой новой реальности. В этой новой реальности Исмаил Хания вроде бы потерял семью. Было уничтожено 12 членов семьи, но сам-то он сидит в Катаре, он убежал туда еще до начала теракта, и сын его находится в Турции. Значит, Хамас, его верхушка уже, ну скажем так, неофициально, но явно объявлены неким списком смертников, за которыми начинает охотиться Моссад. Это займет время, это займет разработку, как бы это нелегкий процесс, но как минимум очень многие из них сейчас просто перестанут спать спокойно по ночам, не будут знать, кому доверять в своем окружении. Это не самая приятная жизнь, как бы, которая ожидает целый список этих людей. Люди, которые рангом поменьше, уже отправились бурям, там, рангом руководителей подразделений или министров правительства Хамаса. Вот. У нас нет ответа на главный вопрос. Что будет после Хамаса? И именно это пока что останавливает от развития дальнейшей ситуации.
Эмиль, у меня вопрос вот какой. Как известно, сегодня, это только сегодня стало известно, что Хамас предложил обменять захваченных заложников на прекращение огня. Как мы видим, ни с той, ни с другой стороны огонь не прекращается. У тебя есть какая-нибудь информация? Тут, правда, важно, я хочу сказать, не навреди, потому что переговоры-то могут идти, но твой прогноз. Нет, навредить я здесь не могу, потому что информации сверх той, что вот ты сейчас озвучил, у меня нет. Я могу только предположить, что не будет окончательных переговоров и решений до того момента, пока наша разведка не будет абсолютно точно знать имена и личности всех похищенных. Потому что может сложиться ситуация, когда Хамас скажет, что у нас в руках столько-то, а на самом деле окажется, что еще человек 10 припрятано для будущих обменов, выторговывания и так далее. У нас до сих пор есть пропавшие без вести. Я напомню, что с самого начала Хамас заявлял о том, что в его руках 135 заложников. Сейчас идентифицировано уже 199 похищенных. Это было на вчера, может быть, сегодня еще увеличилась эта информация. То есть я думаю, что сначала мы пойдем абсолютно точно уверены в том, что знаем, сколько там людей и сколько из них в каком состоянии, и тогда, да, можно будет сделать. Возможно, частичные обмены над ними все время работают, и если бы, я думаю, опять же, вот это предложение Хамаса было бы хотя бы относительно искренним, то можно было бы сделать частичный обмен. С первого же дня Катар, например, и Египет занимаются тем, чтобы произвести быстрый обмен женщин и детей на палестинских женщин и палестинских подростков, которые находятся в израильских тюрьмах по обвинениям в совершении преступлений в сфере безопасности. Женщин, по данным палестинской организации правозащитной, 33, 177 подростков. Вот. Ну, может быть, число каким-то образом может увеличено. То есть, если бы что-то было подобное, то хотя бы начальный обмен, я думаю, совершили бы. Ну, то есть, вопрос, видимо, просто в том, что до конца еще нет нужной информации. Теперь вопрос такой. Ну, ответ-то я предполагаю, но все-таки задать этот вопрос я обязан. Как известно, и Египет, и Иордания категорически отказались принимать палестинских беженцев. Чем ты это можешь объяснить? Риторический вопрос, конечно, но все-таки... Да нет, ну, известно, что Газа никому не нужна, и жители ее никому не интересны, она используется исключительно арабским миром, я имею в виду, да и мусульманским тоже, Турции в частности, она используется просто как заноза в этом регионе, которая периодически должна бередить и доставлять боль. Разные причины. Ассиси находится в год выборов, он сделал внеочередные выборы для того, чтобы укрепить свою власть на фоне продолжающегося там тяжелейшего экономического кризиса. Значит, если сейчас к нему в страну хлынет поток людей, которых тоже надо кормить, то это проблема. Кроме того, нет сомнений, что с этим потоком хлынут собственные хамасники, а территория Синая и без того, в общем-то, Ассиси почти не контролируется. То есть контролируется, но, скажем, не полностью. В армии достаточно большая коррупция, бедуины зарабатывают на контрабандных поставках. Как бы довести до себя еще одну головную боль он не хочет. И Ассиси объяснил это следующим образом своему электорату, что если Израиль хочет эвакуировать куда-то, то пусть эвакуирует к себе в Негев. А так это выглядит попыткой выдавить палестинцев, сначала выдавить их из Газы в Египет, а потом провести то же самое и выдавить их с западного берега в Иорданию. Соответственно, мы этого не допустим, поэтому мы не принимаем людей. Кстати, есть очень интересная идея, относительно недорогая даже, согласно которой можно принести деньги в казну Ассиси, в которых он чрезвычайно нуждается, приобретя в Египте пустующие квартиры. Там очень много пустующего жилья, как построенного нового, так и заброшенного старого по разным причинам. Их, по некоторым оценкам, до 10 миллионов единиц. Стоят они копейки в разных районах от 150 до 300 долларов за квадратный метр. То есть, скажем так, трехкомнатная 95 квадратных метров квартира – это нормальная такая квартира для семьи из Газы. В семьях Газы в среднем чуть больше 5 человек в домохозяйствах. То есть есть глобальная идея
договориться с Асиси, выкупить значительную часть этого пустого фонда, Израилю это обойдется в разных оценках от 8 до 15 миллиардов, что для Израиля сумма подъемная вполне. И предоставить это жилье тем жителям Газы, которые хотят переселиться в Египет. Для Египта это бы означало одновременное влияние огромной суммы денег, в которых они нуждаются, укрепление власти, а сами по себе палестинцы, в общем-то, ни на что бы особо не влияли, потому что они, даже если предположить, что они вообще все уедут, что не произойдет, это ну, просто маленький процент от всего населения Египта. Вот. Но Египет страна нестабильная, и как бы эта идея существует исключительно на уровне идеи. Что касается короля Иордании. Король Иордании, как вы знаете, руководит палестинским государством. Иордания — это палестинское государство, его население, подавляющее большинство, это палестинцы, именно те самые, да, которые, с которыми должна была быть и Газа, и Рамала, по идее, если бы не войны. То есть и в Иордании ситуация такова, что королевская семья держится на штыках, удерживая в рамках вот эту вот палестинскую массу. Иордания — это страна с самым высоким индексом антисемитизма в мире. Такого больше нигде вообще не существует. То есть получить, он сдерживает эту массу, он надзиратель, получить на себя сейчас еще целую гору беженцев к дополнению к своим проблемам. У него много проблем, не случайно у него недавно была попытка государственного переворота. Он, разумеется, не хочет. Ну и кроме того, это может повредить его международному статусу хранителя святынь в Иерусалиме, и не только в Иерусалиме. Если ты фактически обеспечиваешь под Израиль бегство угнетенного населения на свою территорию, то, может быть, ты тогда и Аляксу не защитишь. То есть ни Египту, ни Иордании по своим внутренним причинам это совершенно не нужно. Поэтому жители Газы никому не нужны, кроме Израиля. Израиль заинтересован в том, чтобы Газа была более стабильной, более экономически развитой по целому ряду причин, не только из-за вопроса безопасности. Во-первых, в Газе, несмотря ни на что, есть вполне продвинутая, развитая и образованная молодежь. Там есть и люди, которые делают какие-то свои стартапы, что-то занимают, делают что-то на аутсорсинге, зарабатывают свою денежку, ну не говоря о том, что там же сельское хозяйство и так далее. В принципе, любому богатому сильному государству неплохо иметь рядом страну, которая беднее и слабее, и получать оттуда значительное количество дешевой рабочей силы, дешевой сельскохозяйственной продукции, аутсорсеров, которые обслуживают здесь местные хай-тековские фирмы. То есть в этом есть абсолютный интерес. Кроме того, когда эта страна богатеет, то у нее появляются в бюджет деньги, в том числе на то, чтобы расплачиваться, например, за израильскую электроэнергию. Потому что ситуация происходит таким образом, что мы поставляем электроэнергию и топливо, долг накапливается, потом мы его списываем частично в рамках какой-либо договоренности или после какой-нибудь эскалации, или для того, чтобы снова принять там приезд очередного американского или иного президента. То есть мы теряем на этом деньги, но если это будет нормальное государство, то развитие будет идти гораздо более экономически выгодно. Плюс это дополнительная территория, плюс это дополнительные контракты на стройку, плюс это дополнительные порты. То есть там очень много плюсов. Израиль заинтересован в том, чтобы Газа была более экономически стабильна. Все остальные нет. Хорошо, тогда вопрос немножко... Прошу прощения. У нас есть радиослушатель на линии. Давай. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Я недавно, извините, подключилась, но я так в лицо узнаю вашего гостя, но не помню, как зовут, но Эмиль, я понимаю, что он... Да. Я хотела спросить, он как бы знает ситуацию в Израиле, я хочу вас спросить, а может ли так случиться, что не будет... наземной операции. Может ли так быть, что не войдет Сахал в Газу, и так как бы останется, как есть? Спасибо. Да. Значит, это очень маловероятно. Операция может произойти, но теоретически это может быть, потому что главный вопрос, который поставил Байден сегодня перед Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом и членами другими вот этого чрезвычайного комитета по руководству военными действиями, а это Бенни Гатс, который был раньше министром обороны и главой генштаба, и Гади Айзенкот, тоже бывший глава генштаба. То есть люди военные, опытные, всезнающие. Вот. Он
поставил вопрос следующим образом. Вы, предположим, разгромили Хамас, уничтожили его власть, разрушили инфраструктуру Газы и так далее, и даже взяли ее под свой контроль. Что будет на следующий день? Если у вас нет решения, что будет на следующий день, то не надо, пожалуйста, превращать ее в разрушенную пустыню, потому что разбираться с этим потом придется не вам. Может быть, что Израиль не найдет ответа на этот вопрос. И в этом случае военная операция наземная, даже если она пройдет, она будет очень ограниченной, преследующей очень ограниченные цели. Может быть, какие-то точечные вылазки и ликвидации каких-то объектов либо людей. Может быть, расширение буферной зоны до пограничного забора для того, чтобы еще сильнее закрепить эту границу после допущенного провала. Какие-то другие действия. Теоретически это может быть, но... вариант, скажем так, то есть должно произойти что? Израиль не собирается забирать Газу обратно. Израиль не собирается возвращать туда поселение. Эта территория не нужна. Значит, вопрос заключается в том, что мы можем победить и на самом деле обрушить власть Хамаса, если у нас за спиной стоят какие-нибудь палестинские силы, подконтрольные Рамали, которые, конечно, хотели бы вернуть этот участок земли под свой контроль, которые пройдут, мы сделаем 80% грязной работы, потом отойдем в сторону, они зайдут и уже у ослабленного Хамаса заберут его, добьют его и заберут власть. Там люди иллюстрацию проводят без оглядки на гуманитарные ценности, как бы, но пока что мы абсолютно не слышим хоть от одной палестинской фракции из территории подконтрольных обумазанного, что есть такая сила. Может быть, она на самом деле и есть. Информация, разумеется, об этом не публикуется в газетах, может быть. И подготовка к наземной операции все равно сейчас ведется. Но будет она, и какой она будет, если она будет, да, это возможно. Прошу прощения, у нас еще есть один радиослушатель. Во-первых, он недобрый, что в Израиле это ужас. У меня племянник сейчас на севере. Вы говорите, что Хизбалла не воюет. Они уже начали убивать там людей. Это раз. А во-вторых, что они творят? Вы говорите, что там есть какие-то люди продвинутые в Газе. Я смотрела, какие дети, младенчики, с 2-3 лет уже учат, надо евреев убивать. Где же их нужно всех уничтожить? Окей, спасибо большое. Ну, понятно, эмоции. Абсолютно понятно, да. Ну, я прокомментирую просто ситуацию на севере. Там на самом деле идут такие дуэли постоянные. Первое время в них участвовали боевики палестинских фракций, которые, скажем, в Ливане обитают в лагерях беженцев. Сейчас нас уже начали подключаться боевики Хизбаллы. Они стреляют по нашим позициям, иногда минометными снарядами, иногда стрелковым оружием. Израиль отвечает артиллерией либо танками. Разминка такая, и двухкилометровая зона эвакуирована оттуда. 28, если я не ошибаюсь, населенных пунктов. Не все 28. И да, там вот сегодня я видел, что был раненый как минимум один. Там ситуация, она по-прежнему напряженная, поэтому ну вот ждем, что они все-таки второй фронт не откроют. И еще один телефон. Хорошо. Ладно. Верните, пожалуйста, добрый день. Да, добрый день. Вот много разговоров о том, что если бы деньги, которые поступают в Газу, были потрачены на то, чтобы превратить это место там, в какое-то золотое дно, вот, то значит, все было бы как бы нормально. Вот, в ту сторону, на западный берег, к Хамасу, там же денег платят еще больше. Что там создано для того, чтобы там была нормальная для большинства людей жизнь, чтобы они не проявляли агрессивность по отношению к Израилю. Спасибо большое. Прошу. Экономический фактор – это только один из факторов. Он не отменяет агрессивности. В противном случае в абсолютно богатой и нормальной стране Великобритании не существовало бы экстремистских ячеек. Не только антиизраильских, а вообще исламистских, которые ту же самую Британию хотят уничтожить. Значит, что касается уровня жизни, да, несомненно, на западном берегу уровень жизни несравнимо выше, чем в секторе Газа. Что для этого делается? Ну, как бы система здравоохранения, дороги и так далее. Но дело не в этом. Был очень интересный опрос, который проводили арабы, кстати. Они выясняли, готовы ли люди голосовать за Хамас в случае выборов. И очень интересный результат. Опрос анонимный. Значит, в секторе Газа, который живет под властью Хамаса, за Хамас бы уже не проголосовали, если бы были выборы.
там нахлебались нищеты, там нахлебались пыток, там нахлебались диктата. Да это же, вы же не существуете там как бы только в состоянии ненависти к Израилю. Вам надо идти в магазин, вам надо как бы взаимодействовать с какими-то госчиновниками. Уровень коррупции, уровень насилия, уровень всего кошмара под властью Хамаса, он ужасен. Поэтому тамошние жители за Хамас голосовать не хотят. На территориях Западного берега, в Восточном Иерусалиме и так далее, то есть везде, где власти Хамаса нет, за Хамас отдали бы голосов больше, чем за Абу Мазана. Потому что при Абу Мазане, в общем-то, все то же самое, коррупция, пытки, кошмар и так далее, но при этом Хамас овеян таким ореолом повстанцев, героических борцов за свободу, красивых парней там с автоматами наперевес. И вот это вот абсолютно противоположность тому, что в одном месте, где, как вы совершенно правильно говорите, гораздо лучше живут, но хотят под Хамас, а в другом месте Хамас уже показал, что это кошмар и ужас, там уже не хотят, но вылезти под него не мог. А то, что вот сейчас ни Сирия, ни Ливан, ни Иран не вступают в войну с Хизбалла, ограничивается только такими вот... дуэлями, да, обстрелами. Да, дуэлями. И сыграло ли роль то, что у берегов Израиля в Средиземном море находятся две авианосные ударные группировки США? Во-первых, сыграло, но, скажем, авианосная группировка США, авиаударная группа, это предупреждение Ирану, чтобы он не задействовал своих прокси, главные из которых Хизбалла. Значит, сама Хизбалла помнит предательство Хамаса, когда он отказался защищать Асада. И Иран это тоже помнит. Они тогда очень сильно поссорились. Потом они восстановили отношения, но если вы посмотрите на историю, вы увидите, что Хизбалла никогда не воевала за палестинцев. Была война в 82 году из-за Израиля. Ну, из-за Израиля, я имею в виду, из-за притязаний к Израилю, из-за нападения фидаинов и так далее. Была потом война за ферму Шебаа, значит, за ливанскую территорию. Потом 17 лет вот оккупации Израиля, значит... То есть всегда Хизбалла воевала за ливанское дело, но никогда не вписывалась, ну, кроме риторики или какой-то относительной поддержки за палестинцев. Между ними есть достаточно серьезные разногласия. Теперь, Иран спонсирует Хамас, один из спонсоров Хамаса, он не единственный. Хизбалла — это абсолютный актив Ирана, и главная цель этого актива — это около 18 тысяч, насколько известно, на сегодняшний день боевиков и огромный ракетный арсенал. Значит, ее главная задача — это защита режима Асада, который до сих пор еще, напомню, не восстановил полный контроль над своей страной, хотя там относительно утряслось. Значит, Иран не захочет, возможно, тратить свой актив после того, как американцы сказали, что мы сами с вами разберемся. Израилю даже напрягаться не придется при необходимости. Они могут не захотеть тратить этот свой актив, потерять защиту Асада ради чего? Ради того, чтобы вписываться вот за этих изменников Хамаса, за тех же самых палестинцев, которые, как мы уже говорили, в общем-то никому не нужны. Они выступают с грозной риторикой, они говорят, что это явный посыл тем, кто хочет нормализации с Израилем, то есть все те же Саудовской Аравии, с которой Иран воюет. Как бы американские корабли здесь предупреждение от серьезного и давно известного иранского плана комбинированного нападения на Израиль с нескольких сторон. С территории Ливии, Сирии, сектора Газа и с Йемена. Этот план существует, он известен с апреля 2023 года. Велись очень большие подготовительные работы, тренировки и так далее. Но, то есть корабли предупреждают, что, ребята, не думайте рыпнуться в эту сторону. Не думайте попробовать перерастить региональный конфликт, каким бы он ужасным ни был, даже не региональный, а скорее локальный, в некую большую региональную войну. Хизбалла нужна им для Асада, особенно после того, как там поредели ряды российской армии, которые выполняли ту же как бы функцию. Поэтому есть надежда, что они не войдут. И еще один фактор — это противодействие местных партий христиан и друзов, которые умоляют не втягивать Ливан в очередное противостояние с Израилем, а тем более с Америкой, понимая, что от Ливана и так уже мало что осталось, но останется еще меньше. Они там живут, им это не нужно.
Ну и тогда в заключение, у нас остается буквально 3 минуты, в заключение вопрос. Твоя оценка. Понимаю, это, ты не можешь знать, ты не сотрудник Генштаба, но просто твоя оценка. Как долго все это продлится, вся эта война? Это все зависит от того, как она будет развиваться. В принципе, на Ближнем Востоке войны долго не идут. Да, то есть месяцы занимают иногда войны, а иногда месяц, да, вот как вторая ливанская, я не помню, по-моему, она что-то около месяца длилась. Значит, если все ограничится разборками с Газой, то это не будет слишком долго, как мне кажется. Но опять же, если все-таки не будет принято решение об окончательной зачистке, чтобы потом зашли какие-то другие войска. Я не вижу такой возможности пока, и мне кажется, что ситуация с Газой продлится еще 2-3 недели, месяц, ну вот что-то такое, мне так кажется. Если вдруг разовьется ситуация на севере, то это на обоих фронтах увеличит время проведения всех этих операций. Мы очень зависимы от меняющейся ситуации, поэтому я боюсь здесь дать какой-то прогноз, но вот кроме, опять же, мысли о том, что здесь войны быстрые, здесь не растягивают войны на что-то очень долгое. То есть, если я не ошибаюсь, был самый долгий, здесь была война за независимость. Все остальное... Да, 48-49 год. Вот. А все остальное, счет идет на месяцы. Я надеюсь, что если север не полыхнет, если будет удержана ситуация внутри страны, то ну, до месяца я надеюсь, что это все закончится. Понятно. Эмиль, наша передача подошла к концу. Спасибо огромное за интереснейшую беседу. Спасибо, Анатолий, за помощь в проведении эфира. Спасибо всем, кто позвонил в студию и задал замечательные вопросы. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваше внимание. Но я напоминаю, выводы делать только вам. И, конечно же, в наше время. Ам Исраэль Хай.